Добро пожаловать, мои хорошие. Меня зовут Алексей, и это Black Mesa, новая часть видеопрохождения. Там, похоже, в общем, орудуют военные, поэтому давайте лучше достаем автомат и пытаемся разобраться. Но опять же, очень опасно, там большая толпа, похоже, но так иначе. Ой. Парни, все хорошо. Какой нахер, ну погоди, я давно его смотрел. Бляха, они гранаты еще бросают. А что так можно было? Я даже не знаю, здоровья очень мало, поэтому крайне опасная тема. Ага, давай на шару. Ой, бляха. Нет, не бросай ничего. Во! Фуф, бляха, это крайне опасная тема. В общем, давайте сейф и пытаемся. Они где-то сверху бегают, похоже. Бляха. Давай на шару. Во! Парни! А ну. Ага, в общем, давай. Братан! В бляха! Сука! Чё творится? Ага, здоровья, похоже, нет, поэтому... А ну! Обалдеть! Ага. В общем, на шару, так скажем, наломиться не можем, потому что большая толпа и здоровья очень мало. О, бляха. О, вау, уже хорошо. Весело. Это чё, блядь, гранатомет, похоже. Ну что, мои хорошие, давайте еще раз. Опять же, расстояние очень большое, постоянно херачат по мне, в общем, достаточно далеко, поэтому отнимают здоровье на раз-два. Ну, в общем, пытаемся, надеемся. Они, видишь, бегают, постоянно по мне жамкают, поэтому ничего особо сделать не можем. Было бы, знаешь, классно, тот же самый арбалет очень бы мне помог, но, к сожалению, такого у нас и нет. Хорошо. Надеюсь, я сможем поштучно, так скажем, выкашивать и... Бляха. Видишь, они не стоят на месте, они постоянно бегают, прыгают, а при этом расстояние очень большое. Я понимаю, что мы в равных позициях, но их там целая толпа, а я только один. Тем более, очень мало здоровья. И, похоже, мы с этим разобрались. Но там еще есть эти твари, поэтому... Ой... Блять, хер попадешь. Даже не знаю, давайте попытаемся, значит, пробежать на шару. Опять же, не факт, что получится, но, в общем, надеемся на лучшее. Уф, бляха, да уж, максимально душно. 7 здоровья, обалдеть. А, неужели? А ну. Оф, бляха. Ага, давайте лучше вернемся, потому что там может быть также припасы, боезапасы. О, здоровье. О, хорош. А ты тварь, пошел нахер. Фу, бляха, это было максимально тяжело, но так иначе. Да уж, военные создают проблемы. Хорошо, давайте лучше побегаем с автоматом, потому что у нас, похоже, максимум боезапаса. Ну, в общем, с дробышом такое, это нужно подбегать в упор, тебя 20 раз пожамкают, пока ты бегаешь, прыгаешь, и, в общем, такое. Уф, бляха, да уж, будет, похоже, весело. Ой. Ага. Бляха, опять эти сраные военные. О, парни, все хорошо.
Пошел нахер! Фу, бляха, а ну. Так, они похожи также снизу, поэтому давайте, в общем, пройти не можем. Хорошо, ребят, более-менее, скажем так, но опять же, здоровья мало, поэтому могут спокойно пожамкать. Оу, больше брони, больше этого. Ха, весело. 15%. Братан, здорово. Ага. Фу, бляха, да уж, по боезапасу все хорошо, вот а со здоровьем такую себе, и пока вроде... Пока вроде больше этих тварей не вижу. Ха. Парни, я хороший, меня зовут Алёша. Ага, ниже пойти не можем, хорошо. Бляха, где мое здоровье, ей-богу. Так, ребята, очередной склад, пока вроде все хорошо, и подбираем больше припасов. Бинго! 35%. Во, так-то получше. В бляха, и похоже пройти не можем, да? Я понял, нужно спускаться ниже, а возможно даже подниматься выше. Бригаде обслуживания турелей, явитесь в главный центр командования и связи. Пошел ты нахер, дебил. В бляха, похоже... Тысяча извинений, в общем, у меня развился бронхит, поэтому очень сильно кашляю местами и нужен, ну, в общем, делаю паузы. Хорошо, ребят, нужно подниматься выше-ниже, давайте с этим разберемся. О, бляха, там военных, похоже, целая тьма, обалдеть. О, парни, не самая лучшая затея. Вау, обалдеть, там пердак нам подпалят на раз. Оф, бляха. Военные, я свой, я хороший. Им, похоже, похеру. О, а ну, батя в здании, ёпта. О, очень много бочек, поэтому если будет какая-то заваруха, это вообще дико бомбанет. Ни припасов, ни боезапасов, давайте немного побегаем. Ой. Ха, весело. А ну. О. Ага, а эти дебилы, похоже, снаружи. Давай. Ой! А, давай назад. Там еще ворота под напряжением. Обалдеть. О, бляха. Бежу, парни, все хорошо. Свои, не стреляй. Весело. Сука, там еще самолеты летают, бомбят. Обалдеть. Да, жесть. Давай на шару, так скажем. Какая нахер граната, дебил, ты че? А, о, нихера себе. Фу, бляха, в безопасности, похоже. Обалдеть, значит, давайте ниже. Ёперный театр, что творится в селе. О, бляха, да уж, максимально крипово, но так иначе. Похоже, военных нет, не может не радовать. Мы добрались до какого-то бункера, и пока не ясно, в общем, чего, почему. А ну, так, подожди. Ой, парни, здорово. Весело. Хорошо, ребят, давайте, в общем, похоже, нужно падать, но, опять же, максимально осторожно. О, а зачем? А почему? А, о, хорош. Фу, бляха, сейчас пытаемся окольными путями, в общем, выбраться из этого сраного места, но так иначе.
О, тишь да благодать, ей-богу. Да уж. Так, подожди, а у нас по оружию. Бляха, опять это сраная меза. Я уже думал, сможем убежать, но нет, похоже. Хм. А ну. О, тараканы. А я постоянно материл тараканов. На самом деле, милые создания на фоне военных, это вообще... Ну, как бы... Бляха. О, больше боезапаса. Хотелось бы больше здоровья того же. Но пока вроде... А ну. Ой. Таракан, ты мой хороший. Идем, обниму. Ах, бляха, да уж, военные делают вырванные годы. А я главное... Ой, офисы душно. Хотелось бы тех же военных. Ага. Братан, здорово. Блядь, здоровья и так нихера нет. Незначительный перелом. Паша нахер, тварь. Как может быть перелом незначительный? Я вообще не понимаю. Любой перелом не есть хорошо. Ха. Там ученые пытаются наивно военным какую-то херню объяснить, но они непреклонны. Пройти не можем, и, похоже, нужно опять по вентиляции. Ой. Ой, братан. Фу, бляха. Да уж, недолго музыка играла, недолго Леха танцевал. Опять эти сраные военные, но так иначе. Здоровья бы больше, да, потому что могут спокойно пожамкать. Братан, здорово. Ага, пройти, похоже, не можем. О, бляха. О, привет. Да, вот тебе и правительство. Весь их план устранения последствий – убить каждого, кто связан с проектом. Есть такое. Судя по твоему костюму, ты был частью того, что пошло не так. Я прав? Слушай, если кому-то и под силу разобраться с катастрофой, так это ученым из комплекса «Лямбда» на другом конце базы. Чего? Без транспортной системы я не знаю, как туда добраться. Ха. Но где-то за ракетным комплексом есть заброшенная рельсовая система. Если доберешься до ракетно-испытательных лабораторий, то, возможно, пройдешь через туннели и отыщешь кого-нибудь из группы «Лямбда». Положись на них. Положись на всех нас. Братан, это ж порнуха получается. Положись на всех нас. Да уж, давайте восполним здоровье и можем бежать дальше. О, а неплохо он устроился. Сидит там в доту, поигрывает, да? Разных поистине уникальны, не правда? Да. Братан, хорош. Заливает мне тут. О, нихера себе, там даже броня есть. Давайте немного пробежимся, так скажем. Ага. Я вообще худею. Сидит там. Пожалуйста, тебе газировка, там разные конфеты. Вышел там, затарился, да. Броня, здоровье. Хм, бляха. Я тоже хочу так. На шару, так скажем. Нет, я должен бегать с этими сраными военными разбираться. Ох, бляха. Уже хорошо, уже хорошо, ребята. По боезапасу тоже хорошо. В общем, хорошо, все будет хорошо, это знаю. Нет, давайте лучше бегать с автоматом. Дробыш я люблю побольше, но, в общем, против военных дробыш такую себе. 20 раз тебя пожамкают. Нужно подниматься, похоже, выше. Я понял. Ага. Опять, похоже, какие-то окольные пути, но так иначе. Главное, чтобы военных не было и, в общем, будет у нас любовь и понимание. Ага. Показывай. Ой. Тихо. Ой. Ой. Алёша. Ага. 85%. Ага, значит, давайте с этой херней разберемся с помощью дробыша. Так, я думаю, получше будет. Во, фух-фух, пару вертух. Ну, а если стоишь близко, можно спокойно с одного выстрела. Ну, так иначе. Давай. В душе не видно, что я делаю, поэтому... О, братан, здорово. Сука. Зачем я это делал? О, бляха, неплохо бомбануло, но так иначе. Часть здоровья восполнили. Хорошо.
О, братан, давай. Сейчас, ребята, шахтами, окольными путями, в общем, будем пытаться выбираться, потому что снаружи постоянно эти сраные военные и, в общем, палят пердак на раз-два. Вот, похоже, больше ни припасов, ни боезапасов и пройти не можем. Я понял? Я понял. На лифте, похоже. Можно подняться выше и... Ага, и ничего хорошего. Вак-вак-вак. О, бляха, да уж. А ну... О, это что такое у нас там? А ну покаж. Ха, на шару, так скажем. А ну. А, куда это? Чего? Почему? А, там же была комната, она была заперта, и, похоже, можем пройти. Сука. О, сраный таракан. А, подожди. И что делать? Падать? Так, я не понял, а на кой хер там лифт был? Чё я вообще делаю? А, можно, похоже, было на лифте, а можно, в общем, своим ходом. Вот. Но я думал, какая-то приколюха тут будет, там, не знаю, больше здоровья, больше того этого. Ну, я понял, в общем. Давайте поддерживать нашу физ-форму, потому что военные не дают расслабиться. Давай, братан, падай. Ага, неужели... вылазим наружу и... О, бляха, что это за место? Очень много этих бочек взрывных и, похоже, опять будут появляться эти твари. А, вагонетка, слышь? Я понял, я понял. Давайте немного пробежимся, в общем, затаримся больше здоровья, больше этого, а? Вот, и... Надеюсь, все будет хорошо. Самое главное, что военных нет, потому что делают вырванные годы, поэтому не очень приятная тема. Я понял, полностью уже все оббежали и нужно, похоже... О, давай. Мы поедем и помчимся. О, давайте максимальная скорость и нас не догонят. Пара-па-пара. О, вот я понимаю. А, давай, бам. Небольшая авария, но, в общем, похеру. На тебя, сука. Ага. О, брутальный парень, ничего не знает. Ага. Мы едем, едем, едем. Папара-ра-папа. Папара-ра-папара. Папара-ра-папа. Бам! Ой, нет! Нет, 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 нет! Нет! Сука! Нужно было сбавить скорость. Обалдеть! Неплохо так продамажило, но так иначе. Живы, уже хорошо. Фу, бляха, чуть не улетел в эту зеленую херню. А, тархун, похоже. А, в общем, давайте бежать дальше. Обалдеть. Можно было спокойно улететь и подохнуть. Но, в общем, надеюсь, все будет хорошо. О, бляха, Assassin's Creed начинается. Самое главное, чтобы эта херня не упала, иначе будет все плохо. О, Assassin's Creed, епта. О, на максималочках. Я понял, нужно, похоже, падать в трубу, но можем пройти дальше. А дальше, похоже, ничего хорошего. Давай. Опять по... Как этот, как Марио, да, по трубам, по прочей херне. Давай. О! Ой. Ой! Внимание! Нихера себе! Но, в общем, она не так сильно просаживает, как те же военные, поэтому даже пару раз попав, в общем, терпимо, так скажем. Но, видишь, у нас броня была, поэтому часть, в общем, поглотила нашего дэмэджа, так скажем. И куда я вообще попадаю? Я вообще хер пойми, где бегаем. Какие-то сточные воды. Похоже, завод доктора Тракса из Generals. Ей-богу, вот. Бляха, давай. Ага. Чё мы делаем? А ну. Ага. Давайте еще раз пробежимся. Похоже, все подобрали. Уже хорошо, нет военных и не может не радовать. Ну, опять же, завод доктора Трекса. О, бляха, там опять эта херня бегает. А давай пытаемся на шару пробежать. Во, давай. О, бляха, куда бегу, чего? Похоже... Похоже, нужно... А, я понял. Нужно подниматься выше. Да пошла ты нахер. Внимание, химическая опасность. О, давай, ёпта. Дерьма кусок. Вижу.
Ага, хер попадешь. А ну. Фух, бляха, здесь... О, давай. А, неужели? Фух, давайте подниматься выше. Обалдеть. Да уж, Шрек был бы доволен, потому что обалденное место, да? Все зеленое. Да ну его в болото. А мне летать охота. Бляха, самое главное не наебнуться в этой херне. О, и куда, и чего? Ой. Ой, собака! Фу, бляха, нихера, целая толпа. Обалдеть. Хорошо, ребят, мы добрались до какого-то... Подожди. О, адронный коллайдер, ей-богу. Очень большое помещение. Вот, пока не ясно, чего, почему, но давайте бежать дальше. Вниз, похоже, лучше не падать. А ну. Ёперный театр, там даже дна не видно. Может, какая пусковая шахта? А ну. Ой. Так, подожди, до нее, похоже, достать так просто не можем. Хорошо, давайте немного побегаем. Опять же, здоровье, припасы, боезапасы и... Ну, по идее, можем ее пожамкать с автомата. Давайте лучше бежать дальше. Сейчас в космос можем полететь, похоже. Здорово, братан. Это что за херня? А ну. Что ж тут дрянь, пока она не разрослась. Братан, какую дрянь? А, это похоже из старых версий Half-Life, там, короче, была такая херовина большая. О! Братан! Братан! Нихера его! Нет! Димон! Весело. Такого же было. Вообще в прошлых частях. Нужно ее поджарить. А ну. Неисправность. Главный двигатель отключен. Системы подачи топлива и энергии. Доложите о состоянии. Состояние нестояние. Братан, здорово. Не шуми. Эта тварь нас слышит. Несколько ученых покрылись генератором, подготовили двигатель к пуску. Мы собирались прорваться к топливному крылу. Ты с нами? Давай, помогу, чем могу. О, нихера себе. Раньше можно было, в общем, успокаивать эту херню на какое-то время. Давайте попытаемся, в общем. Во, видишь? Ха-ха, и можно бежать дальше. О, бляха. Бежим. Сука. Сюда, похоже. Нет. Давай. Обалдеть. Давайте, ребят, еще раз. Вообще, чем-то похоже на Dead Space, потому что у нас персонаж как бы вообще ни разу не военный, но при этом делает полнейшую херню. Давайте как можно быстрее вообще пробегаем на шару. Вот. О, хорош. Фуф, бляха, не знаю зачем, почему, давайте немного побегаем. Вот, достаем наше оружие, потому что опять же могут быть тараканы и прочая херня. Давайте лучше дробыш, обожаю эту тему. Вот, здорово. Добраться до нас не может, я понял. А ну. О, бляха. Нет, да. Сука, автосейв меня спасает. Вопрос, как упасть на ровном месте? Спроси меня как, я отвечу. А, нам нужно, похоже, включить топливо, еще какую-то херню. И сможем поджарить это дерьмо. О, братан, здорово. Нихера себе ты живучий парень. О. Да в бляха, сколько боезапаса нужно потратить эту херню. Да, таракан. Да неужели? Там еще эта харкунья была где-то поблизости. Ха. Обалдеть. О, здоровье. Живите богато, уезжаем до дома, до хаты. А, че вообще делаю?
Похоже, реально нужно как-то активировать эту херню. Вот, куча этих соплей, так скажем. Ты не пройдешь, еды на ош. Обалдеть. Уф, бляха. А ну покаж. А, я понял, парни, здорово. Сейчас можно спокойно сверху пожамкать. А ну. О, первый готов. И давай. Это Спарта, блядь. Сука, живучее дерьмо. Можно спокойно было вниз. А ну, нихера себе там расстояние. А лифт, похоже, не работает, да? Там таракан, похоже, был, да? До свидания, дерьма кусок. И дальше пройти не можем. Давай, держи. На тебе, в нагрузку, ёпта. Самому главное не упасть. Уф, бляха, а ну. Ой. Не понял, там вода, похоже. Может, мне реально самому падать, потому... А ну, давай, бочка. Ну, хотя, чё бочка там? А ну. Не, это реально полный бред. Ну, давай, потестируем, потому что, опять же, везде уже побегали. Давай. О, блядь, прыжок веры. О, вода. Сука, давай, здорово. Уф, бляха, весело, весело. Кто бы мог подумать, что надо падать с большой высоты. Так, а если ниже? А ниже ни хера хорошего, полезного, да? Ни здоровья, ни чего такого. Я понял. Уф, бляха, да уж, это было круто. Давай уже, вылазь. Assassin's Creed, ёпта. Сделал небольшую паузу, а то кашляю. И можем бежать дальше. Да уж, а то говорили, вот, Лёха, выбирайся наружу, там будет все хорошо, найди спасение. Ага, блядь, выбрался и далее по щам, так скажем. И опять, да, в общем, возвращаемся в наши родные канализации. Опять же, может, где-то попадется этот клоун из фильма «Оно». И, в общем, дадим ему по щам. Так, ребята, два направления, давайте, в общем, направо. Хотя, не факт, да, опять же, да, не факт. Да, пройти не можем. Хорошо, ребята, остается последнее, и ни противника, ни военных. Военные, похоже, до сюда еще не добрались. А может, и пожамкали их, да, как бы. Уже хорошо. Ага, давай. А ну. Братан, какого хера? Я хороший, меня зовут Алеша. О, давай. О, нихера себе, мы с Тамарой ходим парой. Два дебила. Он даже коробки бросает, слышь? Совсем обалдел. Ха. Ух, нихера себе. Опять, блядь, коллайдер сраный. А ну. Ага. Так, подожди. Братан, рассказывай, что у вас тут, как? Уф, бляха, живучее дерьмо. Давайте лишний раз пробежимся, потому что мало ли... Во, во, показывай. Пройти не можем, я понял. Ага, но можем пойти ниже. А зачем? Не знаю. Давайте в первую очередь сбегаем, в общем. Посмотрим, у нас проход-переход. И пока вроде все хорошо. Пройти не можем, я понял. А, и пройти не можем, тоже я понял. Значит, получается, нужно все ниже-ниже. И, в общем, запускаем эту топливную херню. Сможем, похоже, поджарить этого змея, так скажем. О, братан, давай. Ага. И куда и чего? Ха. О, бляха. А, нужно, похоже, еще ниже. А, во, хорош. Не самая лучшая затея, похоже, но так или иначе. В общем, давайте пройдемся, пробежимся, так скажем. А что это за красная кнопочка? Ой. Ну уже, похоже, как можно быстрее, да? А ну. Фуф, бляха, может порвать на раз-два. И давайте поднимаемся выше. О, крутим, вертим, баламутим. О, во. Фо-фо-фо-фо-фо-фо. О, вот я понимаю, мясорубка, епта. Эту херню туда можно погружать и спокойно даже не заморачиваться. Слышь, у меня, знаешь, даже есть такая теория, давайте проверим. Потому что дальше пройти не можем. И, похоже, можем подняться на поточной волне, так скажем. Во, работает система. По-моему, было такое раньше. Опять же, могу ошибаться. В Dead Space такое точно было. И куда, и чего? Сюда, похоже. Всякая херня летает, но так иначе. Давай. О, неужели?
Ага, давай. И чё я делаю, в душе не ведаю. Но так иначе. Ой. А дальше пройти не можем, да? О, бляха, сука, там еще и тараканы. А ну. Слышь, иди сюда, раз на раз, ёпта. Куда побежала, зима кусок? А, ни здоровья, ни брони. Вок-вок-вок-вок-вок, только тараканы. Во, похоже, здесь можно пройти. А ну. Ага, можем, да не можем. Я понял. Значит, давайте больше того этого, дробыши наше все. И куда я прибежал, я хер знает. Братан. Брат, а там стоит еще таракан, ёпта. Фу, бляха, показывай, блять, еще таракан. О, батя в здании, братан, здорово. Да уж, универсальное оружие. Хорошо, ребят, очень много этой херни. О, жамкаем и пробегаем дальше. О, больше брони, а ну. О, здоровье. А, показывай. Ага, похоже, больше ничего хорошего. В общем, разными окольными путями, огородами, так скажем. Самое главное, выбраться потом наружу. Давай. О, хорош. О, пошел нахер, тварь. О, сука, таракан поганый. Иди сюда, маха. Еще один, да. О, где? Где твой напарник? Он, похоже, был один. Хорошо. Активируем разную херню и... А, о, давай. Ага. В общем, в Дотан, похоже, не побегаем и дальше пройти не можем. Я понял. Давай. А, вон он что, Михалыч. Нужно опять какую-то херню активировать. Крутилка-молотилка. Я понял. Хорошо. Значит, давайте разбираться и... Бляха. А. О. О. Зачем? Почему? Не спрашивайте. Ах, нихера себе. Система подачи энергии. Доложите о состоянии. Во, во, получается, видишь, мы активируем разную эту херовину и потом можем поджарить, короче, эту херню, похоже. Ага, больше здоровья, больше припасов и давайте выбираться наружу. Короче, открывается проход и можем пройти на шару, похоже. Давай. О! Ха. Во, получается, самое начало. Здесь мы падали вниз и давайте возвращаться. Теперь нужно, похоже, идти еще ниже, запускать следующую систему. Вот, потому что мы почти под самым верхом. Давай. Я тебя жду, Алёха. Я тебя жду. Давайте эту херню поломаем, потому что если нужно будет съябывать и будет забаррикадировано такую себе, вот, и не знаю, может броснуть в нее бочкой. Держи. Ему похер, похоже. Я понял. Значит, давайте бежать дальше. О, братан. О, давай. Ага. Похоже, следующая система. Опять же, нас не было. И... Ой, давай. Ага, налево-направо, показывай. Ни здоровья, ни хера, я понял. А где мои припасы? Наебали. О, в бляха опять ни хера нет. Ага. Собака? Такая лежит, чилит, отдыхает. Такой Леха с дробышом пришел, надавал по щам. Я понял. А ну. О, больше здоровья. Ага, и дальше пройти не можем. Хорошо. Пошел нахер, тварь. Ха, там больше здоровья, я понял. Давай. Держи. Нямка. Опять, похоже, нужно падать вниз. Давайте вообще пробежимся и разберемся. Я даже ее не заметил, банально. Нихера себе замес, братан.
Он пожамкал двух тараканов, третий, похоже, его сожрал, так скажем. Химическая опасность. А, он слышал, ученого хавал. Нихера ты, дерьмище-то. Давайте здоровье немного просадили, так скажем. А, лифт можем вызвать. Давай. Держи. Сука. Блять, собаки, какого хера-то? Сука, я думаю, это зеленая эта херня меня дамажит. Во! Фу, бляха, где они появились у тебя, сраные собаки? Ну, так иначе, уже есть лифт, поэтому давай сваливать. Давай, поехали. Фу, бляха, да уж, вырванные годы, ей-богу. Обалдеть. Мы едем. Папа-ра-ра-папа. Сука, в зеленую няшу, похоже, едем. Это что за херня? Ой. Нужно падать, похоже. Вот это весело. Уф, бляха. А если бы этого не сделал, меня, похоже, так и унесло в эту зеленую жижу, так скажем. Давай. Да! Дебил ты, хорош ты... Опасный уровень радиации. Да неужели, блядь? Пока жопу не подпалит тебе, в общем, не научится нормально падать. Обалденная няша. Так и манит. Давайте, мои хорошие, на этой прекрасной ноте заканчивать. Продолжим прохождение в следующем видео. Жмакайте большой палец вверх. Также есть группа ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.